Читаем «Добротолюбие». Кто противится сумрачным случайностям, тот, сам того не зная, противоборствует Божью повелению. А кто принимает их истинным ведением, тот по Писанию терпит Господа. Когда найдет искушение, не ищи от чего и для чего оно нашло, но о том позаботься, чтобы благодарно, бескорбно и незлопамятно перенести его. Преподобный Марк Подвижник.